А колея до снежной накаты и ныне там. Сегодня, спустя неделю, специальная комиссия, в составе которой представители управления жилищного хозяйства и сотрудники дорожной инспекции, снова проехали по дворам города. Они смотрели, где коммунальщики не убирают снег. Причем первым делом заехали в те дворы, которые вызвали нарекания еще неделю назад. Это территории рядом с домами на Ленина 56 и Дзержинского 21 и 27. В лучшую сторону здесь ничего не изменилось. И теперь в отношении юрлица, а это управляющая компания «Крепость», будет составлен протокол об административном правонарушении, который направит суд, и уже суд установит сумму штрафа. Она может быть от 10 до 20 тысяч рублей. Всего сегодня комиссия осмотрела 11 дворов и внутридворовых проездов. Мы просили, пожалуйста, жалобы жильцов, пожалуйста, почему?